для того, чтобы установить замок мебельный такого типа на ящик письменного стола, нам нужно сделать правильную разметку. То есть мы берем штангель либо линейкой, проверяем расстояние от открытого замка и до конца головки. У нас составляет 42 миллиметра. Далее меряем головку. У нас она составляет 18. 18 это значит 9. То есть от 42 мы отнимаем 9. И у нас получается 33. Теперь на письменном столе мы отмечаем место, где будет крепиться наш язык вот этого замка. И от этого места отмеряем 33 миллиметра. Там у нас будет находиться центр нашей оси нашего замка. У меня ответная часть будет крепиться вот здесь вот. Здесь 33 миллиметра и центр оси. Далее вот эту ось мы выносим наверх и размечаем ее на тыльной стороне для того, чтобы поставить ответный язычок, чтобы он у нас был по центру. Сверлить будем пером по дереву. Берем перо на 18. Начинаем сверлить.